Аскетичные образы, сочетание графики и скульптуры. На выставке «Апология» Бориса Чёрстова представлено 22 работы. Проект посвящен евангельской тематике. Он был подготовлен самим Борисом Чёрстовым. Однако в Самаре скульптуры демонстрируются уже после его смерти. Художника не стало летом этого года. Когда он работал, казалось, что он боится какое-то сделать лишнее движение, настолько это бережно и аккуратно, с большой нежностью и любовью. Каждая работа. Именно с большой любовью к этим образам. Ведь по-другому их и невозможно делать. Центральные экспонаты – скульптуры «Идущая в пустыне» и «Мария Египетская» – объединяют всю экспозицию в цельный проект. «Марию Египетскую» оставят в дар Самарскому областному художественному музею. Любой дар для музея очень важен, конечно же, тем более, когда это современник. Одно дело, когда большое видится на расстоянии, и мы получаем в дар уже таких вот, да, именно известно, а другое, что наш современник, это так приятно, потому что фонды музея, они пополняются, безусловно, и скульптурный фонд тоже. Поэтому это достойно, она займет достойное место в собрании нашего музея. Познакомиться с работами скульптора самарцы могут до 6 декабря. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».